А пока не открылась конференция археологов, центральное событие года археологии, объявленное в честь 300-летия экспедиции Мессершмитта. Среди ее участников представители Российской академии наук, Кунсткамеры и ведущих вузов Сибири. Она продлится 4 дня, а сегодня археологи передали музею находки, найденные в ходе спасательных раскопок на угольных разрезах. Среди раритетов – деревянный колчан и окуневская личина. Древние камни регулярно передаются на хранение в музей, что становится серьезной проблемой – размещать их просто негде. В этой связи специалисты предлагают внести в резолюцию конференции предложение о создании археологического депозитария, фонда, в котором будут храниться плиты со вскрытых могильников и другие находки. С созданием археологического депозитария стоит и другой вопрос – кадровый. Вопрос о том, а кто будет работать в этих депозитариях и кто будет эти все коллекции описывать. Вот поэтому, мне кажется, вот эти моменты, которые мы каждый год вот торжественно так передаем, они каждый год усугубляют эту ситуацию и ставят этот вопрос наиболее актуальным.